Каждый час приближает нас к Новому году. Это самый любимый и желанный праздник для всех, особенно для детей. По всей Кубани, в том числе и в нашем городе, проходят веселые новогодние представления, которые пользуются большой популярностью детворы. Мы побывали на одном из таких представлений в городском доме культуры. Настроение у детей самое праздничное. Новый год – самый мой любимый праздник. Потому что можно наряжать елку, веселиться с друзьями, получать много подарков. От Нового года я желаю какого-то чуда. Это тот праздник, который все дети хотят, загадывают желания, пишут письма Деду Морозу. Это тот день, когда все желания исполняются. С долгожданным праздником ребят поздравил председатель Совета Славянского района. Здесь собрались самые лучшие дети. Те, которые слушают родителей, так? Да! Молодцы! И я уверен, что вы загадали себе заветное желание под елочку в Новый год. Загадали? Да! Потому как вы хорошие, оно обязательно исполнится. Я желаю вам, чтобы в 2018 году у вас было все хорошо, чтобы вы все хорошо учились, занимались спортом. Спектакль Краснодарской филармонии «Новогодние приключения Тимоши» никого из детей не оставил равнодушным. Главная героиня спектакля вместе со своей собакой Тимошей в поисках чудесного подарка для родителей попадает в самые разные ситуации, всегда находит из них выход и, конечно же, приобретает много новых друзей. Где только не побывали наши сказочные герои – в загадочной восточной стране, затем в Китае и даже на суровом севере. Стараемся для наших маленьких детишек. Мы хотим им рассказать о том, что дружба – это главное в жизни. Также рассказать то, что семья – это тоже главное. То, что нужно дружить, любить, помогать друг другу. И все будет хорошо. И главное – верить в чудо. Юные зрители горячо сопереживали героям представления, помогали им преодолевать трудности, активно участвуя в интерактивных играх. Все завершилось на счастливой ноте, когда появились замечательные Дед Мороз со Снегурочкой и родители главной героини получили волшебный подарок. Дети с радостью аплодировали артистам. Благодаря за спектакль впереди у славянской детворы новогодние каникулы, где их ждет еще немало приятных сюрпризов.